Всем привет, это у нас Гренни на ПК, режим Nightmare и практика при этом. Смотрите, я в первый раз играю на режиме Nightmare на компе. Ощущение такое, что стены покрашены киселем. Это явно не кровь, это просто, смотрите, все блестит. Вот, видите? Как будто все облито каким-то лаком или чем-то еще. Давайте смотреть, но главная цель нашего видео — посмотреть новых питомцев. Потому что они только на режиме Nightmare. Бабки здесь нет. Да это в принципе не страшно. Просто какие-то глянцевые стены. Может, яйцом их облили. Или чем-то еще. О, смотрите, испарение. Да, они должны испаряться. У нас новый питомец — это мыши. Ух ты, мышь, смотрите, мышь. И что ты будешь делать? Куда она побежала? За ней. Где она? А, она через дверь пробегает. Смотрите, прям видно, где она была. Здесь тебя нет. Главное, все глянцевое. Ух ты! Смотрите, что она делает. Надо посмотреть, что она там делает. Она как будто бы умывается. Ну ладно, беги. Ты что меня боишься-то? Смотрите. Она прям испаряется вся. И она прозрачная. То есть... Что? Она еще кусается. Ничего себе. Так она меня так убить может. Ух ты. Фантастика. О. Она просто встает в спонтанном месте. И как будто бы умывается, видите? Чистит мордочку. Интересно, если на нее елку уронить. Сейчас попробуем поэкспериментировать с мышью. Попробуем пострелять по ней. О. Она побежала. Прикол, так они прям сквозь двери проходят. Это реально какие-то духи. То есть бабка, видимо, всех мышей устранила у себя дома, но они все равно есть. Смотрите. Ой. Просто через дверь пробегают. Она просто через дверь пробегает. Нормально так. Все, давайте искать тогда Weapon Key. И в принципе собирать можно дробовик. Так, это меня не интересует. Тут так все прикольно в компьютерной версии. Это ж надо. Единственное, что играть намного темнее, чем мобильная версия. Так, здесь ничего нет. Мышь побежала на второй этаж. А, нет, вот. А там кто тогда пробежал? Ладно. Пока ищем составляющие дробовика. Решетка, смотрите, красная. Да не страшная игра, вот вообще. Мне кажется, мобильная версия намного страшнее. Там все очень светлое и все красное. Так, Playhouse Key. Курка нет. О, курок здесь, класс. Осталось найти только приклад и ствол. Такое все гладкое. Вот здесь особенно видно, смотрите. Прям реально как будто лаком покрыли. Что интересно хотел этим разработчик показать? Ведь это смотрится только лишь прикольно, но не страшно. Так, часть дробовика у нас, конечно, может быть у Мишки. Приклад может быть на гильотине, а я пропустил. Надо было внимательней отнестись к этому. Еще заодно ищем Weapon Key. Так, он, конечно же, у паука не может быть. Но он бывает в машине. О, сейфой. И здесь ствол, да? Как-то зло. Да, ствол здесь. На. Так. Мишка розовый. Все даже стало веселее. Так. О, ствол докинул, ура. Хорошо, тогда идем пока что к сейфу. И заодно потом ствол поставим. Может быть, в сейфе что-нибудь интересненькое. Так, как-то я криво кинул. Ладно. Что? Фигня какая-то. Часть двигателя. Нам нужен только приклад. И его никогда не бывает в машине. У нас будет полная боеготовность к мышам. Может, здесь еще мыши есть? В принципе, то. Надо сходить еще к пауку, потому что...
Может быть, рядом с пауком есть какой-то домик для мышей. Ладно, тогда сразу арбуз срезанем и потом возьмем приклад, если он здесь. Да, приклад здесь был. Испарение. Нет, Пэдлокей, провал. Да, вепонкей нужен, потому что мы должны проверить, что будет, если в мышь выстрелить и из дробовика, и из ружья. В принципе, еще можно спреем прыснуть. Нам вообще всю игру, получается, надо пройти. Так, а где же, допустим, ключ от машины? Так, у нас еще плейхаус ключ есть. Смотрите, как можно нести два предмета. Это, конечно, жесть. Да уж, разработчики игры не заставляют так делать, как дурак. Давай. Все. Так, не забыть бы, что у нас дробовик лежит прямо за лестницей. Я пошел открывать домик. О, мышь у елки, класс. Елку не скинул, не успел. Тут ничего интересненького нет. Здесь у нас вренч. И книга. Ой, куда это я? О, красная, смотрите. Красный металл. Как будто это не игра, а в реальной жизни. Так все четко и свет так отражается идеально прямо. Что у нас есть в домике? Там шестеренка была. Шестеренка и больше ничего. Нам осталась одна, и возможно у нас в домике будет вепонкей. Да, еще надо одну найти. Но она, скорее всего, на третьем этаже. Как назло. Главное, не забываем, где у нас дробовик. Так, еще бы пульт найти. Ну-ка, я эту дверь. Так, я здесь, похоже, ничего не открывал. А должен был. Вепонкей здесь был. Ах ты мышь. Она меня укусила. Нам ничего искать-то даже не придется, прикол. У нас есть арбалет и дробовик. Сейчас проверим влияние на мышь. И, кстати, мы сходим еще к пауку проверить, нет ли там домика мышей. Так, ладно. Пока времени тратим, идем искать Special K. Все, взяли. Да как так? А, мышь, смотрите, прикол. Она реально может убить? Вот это интересный вопрос. Она прям как будто бы бежит от меня. Так. Подождите-ка. А, я думал, у меня экран стал уже, как будто бы у меня сужается поле зрения, но нет. Либо оно сужается после укуса. Давайте попробуем. Да, смотрите. Черный экран, видите? Я как будто бы в бинокль смотрю. И сейчас, скорее всего, будет расширяться. Давайте подождем вот так на этом светлом фоне. Все расширилось. Реально. Мышь влияет. Так, прям сходим без всего. У нас здесь патроны. Паук на месте. Тарелочка, ладно. Тут только для паука место. Смотрите, я подумал сначала, что это дырки для мышей. Но нет. Тут никакой тарелочки нет рядом с домиком паука. А где же они едят? Ух ты. Все. Бежим за оружием. А если несколько раз попасться подряд? И прям еще раз. Где ты? Все, давайте еще раз попадемся. Ах ты. Они к пасхалке бегают. Это фантастика. О, тут и пульт, кстати. Так мы сегодня спрей применим, прикол. Так, только не говорите, что вы можете убить. Ладно. Я вообще плохо вижу, смотрите. У меня такой экран. Ничего себе у нас сегодня экспериментик. У нас спрей. Давайте сразу на первом этаже их и ждать. Все. Что? Она пищала даже без меня? А на кого она нападала? Может, там на бабку? У нас же режим практика. Слышали? Это реально интересно. На кого они нападают-то? На кого мышь нападает?
если никого в игре нет. Давайте подождем, пока она запищит. Так. Ежи без... О, мыши две! Прикол! Мыши две. Ну, по крайней мере, они сейчас встретились, и никто не запищал. Так, я сразу подсекаю ее. Не, ну это вообще непонятно. На кого они пищали? О! Так, только не на меня. Это ее такая реакция была или нет? Давайте еще раз проверим. О! Точно! На нее влияет. Это проверено, прикол. На нее влияет выстрел. Так, по пару видно, где они. О! Кстати, пар ведет прямо в комнату. Так, молодец, подсказала. Так, ты опять-таки здесь. Бам. Попал. Все, ладно. Она просто пищит, но не понимаю, почему она пищала без выстрелов по ней. Ой. О, слышали? Просто так пищала. Пробегая сквозь дверь. Все, следующее оружие у нас будет, допустим, спрей. Так, тоже запищит ли? Или может еще хуже что-то будет? Разработчик ведь реально мог придумать какую-нибудь пасхалку. Что в какой-нибудь... О, две мыши! Это фантастика. Ноль эффекта вообще. Все, даже пустой. Она как будто там молится. Так, и что? Смотри, какой спрей маленький. А в руках он огроменный. Это у нас Акс эффект, дезодорант. Все, сейчас самое интересное. Это выстрел из дробовика. Но прикол, что я двоих мышей застал в одном месте. Это, видимо, редкость. Они бегают вообще куда хотят. О! Она даже не запищала. Она пищит только от транквилизатора. Да как так? Это реально получается эксперимент. Ох ты дура. Пауку побежала. Он тебя не съест? Ой, дура. Нет. Ноль эффекта. Бам! Я меткий. Это как Counter-Strike. Еще раз по ней. Мышь ест паука. Мог быть кадр. Видели, там она пробегала прям по нему. У нас мега-тест. Ну все, в принципе. Так, у нас влияет дробовик на манекен. Да. Очень таки прикольно. А, смотрите. Можно по манекену пробежаться. Да, вот я про это и говорил. Что сейчас можно ходить сквозь обрыв. Да, интересно, что на них влияет только транквилизатор. А выстрел аж из дробовика не влияет. Так. Ну тогда хорошо. У нас, наверное, осталось последнее испытание. Это мы сейчас возьмем канистру. Найти бы ее еще. И бросим прямо к мышке. И потом по ней выстрелим. Даже не могу предположить, хотя бы, может, запищит. Так, где у нас бывает канистра? Она может быть у паука. А все, мы его не боимся. Потому что мы его застрелили. Так, паук нарвался на демона. Я стрелял и по мышам, и по пауку. А мышь ела паука при этом. Да, реально его нет. Рукой не нажимается. Есть, газолин кэн здесь. Ну там прикольно, да, в сарайке сидели две мышки. Вот так бы им канистру подкинуть. Ох ты, класс. И бежим за дробовиком, просто будем здесь их ждать. Так, елка, молодец. Стоишь все еще. Да, это фантастика. Елка, кстати, в один из моментов не горела. Ух ты, смотрите, я ее прям кручу. Все. О, мышка побежала в нужное место, ура. Все, она побежала, похоже, в сарайку. Сейчас будем проверять. Yes.
Стреляю. Ноль эффекта вообще. Да, мышки вообще без разницы. Это, конечно, прикол. Она продолжает умываться. Ха, прикол. Я елку потушил. Смотрите, у нас елка не горит. Это фантастика просто. Елка не горит. Это как так? Ну-ка. Реально, елка не горит. У нас сегодня приколов в игре вообще навалом. Ну-ка, может, ее можно сместить? Так-то горит, если так встать. А вот так все погасло. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравятся эксперименты, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.